Усилили работу на водных артериях. В Кузбассе продолжается третий этап профилактической акции «Безопасный лед». Под особым контролем зимние водоемы и места массового выхода людей на лед. Сегодня на реках Междуреченска побывала государственная инспекция по маломерным судам. Они вновь проверили, как функционируют ледовые переправы. В Междуреченском городском округе функционирует 7 ледовых переправ. Официальные зимние дороги находятся на обслуживании. Хранитель пешехода возле дома спорта через реку Уса Сергей Кузьмин. Ежедневно он смотрит, чтобы путь с одного берега на другой был безопасным. В течение 20 лет я его уже готовлю. Топчем ежедневно, набиваем подушку. Фишки у нас всегда стоят, потому что у нас в основном дети очень дошкольного возраста, школьного возраста. Плюс городские ходят. Так что нам, при необходимости всегда ее надо поддерживать. На сегодняшний день лед в районе дома спорта порядка 25 сантиметров, плюс снежная подушка. Знаки, таблички, информационные шлаги, вешки, пешеход больше, чем на 100% соответствуют нормативам. Но государственный инспектор по маломерным судам месяц приезжает не раз с проверкой. Производятся замеры толщины льда, проверяется информационный материал, средства спасения, которые необходимы, чтобы находились и были на любой переправе, или это пеший ледовый переход, или это автомобильная. То есть, как мы видим, вот на этой переправе здесь присутствует лестница, веревка и багор. Проверил инспектор автомобильную переправу через реку Томь в Майзасе, побывал и в районе горнолыжной школы. Замечаний ни по одной зимней дороге нет. Тем не менее, под надзором зимние водоемы и места массового выхода на лед. В регионе проходит профилактическая акция «Безопасный лед». Анна Саустова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.